Всем привет, я Микрик, и давно что-то у нас не было видосов. Меня кто-то попросил поиграть в Бравл вообще, посмотреть, как тут что, и... Блин, давно мы что-то не играли, давно не было гайдов всяких. Вот как раз давайте с вами поиграем в Бравл, блин. Давно, давно прям нормально не играл. Сейчас заодно затестим новый гаджет на бита. Так, что у нас тут? Спраут. Блин, в принципе, так, мы играем против Спраута, а на бите, ну, блин, это наихудшая комба. Пошел в Броубол, потому что в столкновении карта вообще не подходит. Так, в принципе, но если вдруг на нас кто-то будет переться, то там мало не покажется. Сейчас вообще проверим, стоит ли брать этот гаджет или лучше... пользоваться телепортацией. Давай, забивай. Отлично. Пэм забила. Мы еще даже ни разу не заюзали гаджет. Так. Где? С кем можно его тут юзать? Ну вот. Убили. Вообще на изи. Как его там? Спраут. Блин, Пэм, где ты ходишь? Пас быстрее, Биби. Что делает Пэм? Просто жесть. Я умер... А Пэм, не пойми, где шлялась. Нормально. И из-за этого просто не смогли забить еще один гол. Прифигею, если мы сейчас сольем. Так. Идет справа, от его контрит Биби. Биби, фу, законтрила. Нормально. Так, здесь даже гаджет юзать не стоит. В принципе, знаете, а мне он казался гораздо лучшим, потому что он прям давал дофига урона, и это было максимально топово. Так, не смогли мы здесь ничего сделать. Все-таки я прихожу к мнению, то, что первый гаджет лучше. Потому что там можно взять, тэпнуться. Блин. Вот сейчас, допустим, я бы взял... Так, кстати, надо ставить. Ой, лучше бы он подождал 7 секунд. На. Пас. Мы сразу же... А, все, окей. Я думал, карта раскроется. Вот тогда мы бы смогли прям нормально протестировать бита. Все, что я вижу пока, ну это неплохо. Итак, идем дальше. У нас тут... Кто у нас тут? Динамайк, Джеки и еще кто-то. Ой, Джеки, чувствую, сейчас не поздоровится. Потому что гаджет, ну прям, ну чисто против нее. Ближникам прям максимально плохо. Давай. Напни. Ты дебил. Ура. Я думал, будет понтоваться, выеживаться, как это обычно бывает. Так. Где? Где ты? О, вот она, Джеки. Ё-моё, Динамайка просто три уль... Нормально. Три ульты подряд? Чё за дичь? Три... Брок. Охренеть. Он смог спасти. Нормально. Грохнули Динамайка. Гаджет можно так, использовать, да, вот. Слово забыл. В оборонительных целях. В принципе, так он очень и очень неплох. Ну или когда атакуете, где-нибудь вблизи юзать. Чтобы прям максимально много урона залетало. Так. Ну, блин, ну... Ой, зачем так рано ультует Брок? Непонятно. Так, давайте подрубим гаджет. Блин. Фух, нормально. Ну, у нас еще остался один гаджет на крайний случай. Так, на всякий случай туда. Все нормально. Фух. Если что, пишите все мои ошибки в комментариях. Что-то я, на самом деле, катки играю, я, кстати, подряд стараюсь. Пинай, отлично, забили. Поэтому могу тупить давно, что-то я нормально прям в Бравл не играл. Вот только сейчас на видос. Решился я все-таки пойти в парное столкновение, точнее в столкновение, но в парное, чтобы, блин, попался какой-нибудь хотя бы Динамайк. Потому что, блин, бит плюс кольт на этой карте, это же жесть какая-то. Спайк, ты в курсе? Я тебе стыки ложу. До ворона тем более. Вообще топово у них, конечно, комбо.
Так, типа, мне что делать? Как в меня прилетел сейчас снаряд? Бит, конечно, охеренный перс. Итак, следующая у нас игра, и, блин, дико я надеюсь, что попалась Биби. Супер, фух, нормально. Уже можно что-то тут придумать, что-то тут делать. Так, Биби. Так. Фух, извините за молчание. Так, блин. Сейчас посмотрим, кстати, какой у него гаджет. Так, ща. Блин. Что-то я сейчас не то сделал. Дарил, вообще топ у нас. Ну, кубки на самом деле вообще небольшие тут. 525, насколько я помню, у меня кубков сейчас. Так. Чего ты вообще, чё ты вообще делаешь, чувак, не понимаю. Топовый Дэрил, безусловно, просто. Играет просто, я не знаю, как бог какой-то, серьезно. Прям вообще не рофлю, вы чё? Так. По идее, мы юзанули первый гаджет. Так, давай, 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 ну ём... Охереть, что за бешеный урон? Что за бешеный, блин, урон? Конечно. Конечно, нужно именно в меня лететь нельзя. Вот, короче, ШД это проигрышная тема, тем более с битом. Вот сейчас, я думаю, в захват кристаллов как раз будет очень-очень неплохо, потому что здесь мы будем держать оборону за счет своего гаджета очень и очень хорошо. Так, давайте проверим, как это будет работать на практике. Ну, с лагами, конечно, прям вообще топово работает. Вы заметите, как все плавно, максимально идет. Так, давайте закинем нашей Джеки ульту. Прима в меня ультует. Что вообще делают мои тиммейты? Просто тиммейты года. Сколько даунов в Бравл Старсе все-таки-то? И он в меня стреляет. Нет, чтобы идти против Прима. Он будет стоять и в меня стрелять. Конечно. Охеренно. Просто красавчик, чувак. Зачем тут, блин, два ближника? Объясните мне, два ближника. Мать твою, ну чё ты ловишь, ты? Смотрите, просто он меня взял, спалил. Меня из-за него сейчас грохнут. Чисто из-за него, потому что этот додик не смог увернуться. Что за люди тут вообще играют? Я в афиге. Вот, главное, против нас более-менее нормальные чуваки. Я бы не сказал, что они-то какие-то топовые. Но неплохие. Неплохие, средненькие такие. Но, блин. Со мной дауны какие-то играют, которые мне даже, я не знаю, на 200 кубков не попадались еще. Спасибо. Тиммейты вообще охеренные. Дико интересно сейчас зайти и просто посмотреть на их аккаунт. Вот давайте просто обрезать не буду ничего, просто я сейчас. Беру, иду и смотрю тиммейтов. 15 тысяч кубков. Какого фига мне такой даун попадается? И сколько тут там? 18 тысяч кубков. Что за, блин, пипец? Что это, мать его, за дичь? Что за дичь? Как такие дауны вообще живут на свете? Я офигею, конечно, с них. Так, Шелли. Чувак, у меня к тебе, ну, небольшой маленький вопросик. Такой небольшой, минимальный, знаешь. Блин, кстати, у Кольта тоже неплохой гаджет есть. Ой, Прима идет. О, кстати, он нам все сейчас расфигачит, будет супер. Я смотрю, у нас тут Джин намерен сливаться. Конечно. Он не подойдет, не будет. Он просто возьмет, короче, и ультанет. Нормально, да, я прям вообще понимаю. Ты типа, может, рядом со мной идти не будешь? Я не могу нормально уворачиваться.
Ты там Джину притяни его, ну. У него 2000 хп, Джин не тянет. Просто лайкос. Молодец, молодец. Ну, уходите, уходите, пожалуйста. Да ну. На, попал. Фух, так, нормально. Еще один гем, и начинается отсчет. Фух, так. В принципе, неплохо у нас все. У Шелли ульта. Что-то она злится, вообще непонятно, почему на самом деле. Блин, да... Что ты делаешь, да ё-моё, а? Вообще не понимаю этого чувака. Просто идет и сливается. На. Блин, нормально я такой урон нанес. Вообще, вам скажу, неплохо. Так. Главное, чтобы... Все, меня не убили, это супер. В принципе, неплохо сегодня поиграли. Гаджет очень спорный. Давайте поиграю побольше. Возможно, еще сделаю в будущем видосик. Но если карта дикая открыта, и вы хотите взять бита, то гаджет лучше брать этот, чем вот этот на телепортацию. От него пользы больше. Но если вдруг карта достаточно закрытая, этот гаджет будет гораздо лучшим. И в основном его как-то проще использовать. То да, есть моменты, короче, где тот рабочий, есть моменты, где тот рабочий. Всем большое за просмотр. Всем спасибо. Я уже разучился прощаться. Всем пока.